The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Алло. Так, меня слышно? Ура, меня слышно. Хорошо. Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня я буду вам рассказывать про Photoshop. Я, вернее, постараюсь вам про него рассказать, потому что интернет в офисе крайне плохой, именно Wi-Fi, поэтому если у меня все отвалится, то мне на помощь придет Сергей, это второй рассказчик наш. Вот, так что мы со всех застрахованы. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Я со своей стороны добавлю, значит, что да, я буду на подстраховке, если что, и потом маленький анонс по поводу апдейта дедлайна по таску поверстки, и плюс я расскажу про пару полезных фич для верстальщика. Окей, Сергей. Окей. Так, единственный вопрос, а видно ли мой экран? То есть все ли видят, что происходит? Да, окей, хорошо. Экран видно. Здорово, здорово, здорово. Так, сейчас мы погасим скайп, потому что наверняка кто-нибудь напишет что-нибудь похабное. Так, и начнем запись. Окей, значит, я бы хотел рассказать про Photoshop сегодня. Единственное, что рассказывать я буду не то, как стать гуру фотошопом, как научиться рисовать, как применять красивые фильтры. Нет, разговор идет о том, что в будущем вы все-таки девелоперы, и я хочу вас познакомить с такой тулзой, как Photoshop, с точки зрения именно разработки. То есть, что делать, когда к вам на разработочку придет дизайн от дизайнера? То есть, сам PSD-файл. Подождем секунд 30. Вот, возможно, там, да, какие-то проблемы со связью. Вот. Но вообще соединение более-менее стабильно. Подождем. Раз, два. Меня слышно? Так, Сергей, походу, отвалился. Берлин не выдержал крутости под аванс. Окей. Скажу сразу, что я не такой профессионал, как Сергей в этом деле. Но, тем не менее, попробую рассказать вам про, ну, основные моменты
которые понадобятся верстальщику для того, чтобы сделать страницу, как правильно смотреть, парсить и, в общем-то, что с этим делать. Так, всем привет и смотрите. То есть, что вам, скорее всего, понадобится, это Photoshop. То есть, Photoshop тут уже на ваш вкус и цвет скачиваете, устанавливаете где хотите. Ну, это хоть в торрентов качаете, хоть где. Потом, первым, что мы делаем, это открываем нашу PSD-страницу. И что мы видим? Мы видим линейку, да? Получается, все, что мы можем здесь сделать, это посмотреть грид. И, в общем, он сразу показывает, как наша структура разбивается на колонки. То есть, если мы приблизим, то... то вполне видно, где по сетке у нас что расположено. Вот. Эту сетку можно отключать комбинацией Ctrl-H. То есть она нужна для того, чтобы мы могли посмотреть, сколько колонок в нашем макете, на какие части он разбит, и прежде всего посмотреть размер. Что касается размеров, у нас есть много полезных тулзов. В частности, мы можем посмотреть Ruler Tool и посмотреть размер той или иной колонки. Да? То есть чаще всего нам понадобится замерять какие-то элементы, смотреть их ширину и так далее. Вот. Все значения, как правило, показывают в пикселях, но мы это все можем настраивать, менять. Здесь ничего нет. Так, я думаю, линейкой пользоваться умеем. Окей. Значит, дальше. Вообще, прежде всего, нам нужно разобраться, что такое слои и зачем они здесь нужны. Слои нам нужны для того, чтобы смотреть, как изображение накладывается, какое изображение подкладывается, что является бэкграундом и так далее. На самом деле, самой полезной фишкой здесь это будет просмотр изображений. То есть даже нам самим чаще всего нужно смотреть, на какие конкретно детали разбивается наш application. И чаще всего, получая картинку в формате PSD, дизайнеры уже позаботились о том, чтобы выделить логические части в правильно названные элементы. То есть, если мы смотрим лого, значит, это лого. Лого подразумевает под собой то, что здесь будет полностью все шейпы, и плюс разбито по слоям и скомпилировано. Например, здесь я вижу, что у меня есть какой-то шейп зайца. Вот, кроме того, у него есть глаз и рот, сделанные отдельно. На самом деле, когда мы будем уже этот логотип применять на странице, нам не нужно все это разбивать на отдельный слой. Почему в техническом задании было указано, что именно это все сделать одной картинкой? Потому что, да, в Photoshop это все имеет под собой несколько слоев. То есть, получается, накладывается сам шейп зайца, на него накладывается рот и глаз. Соответственно, это все должно быть в виде единой картинки на выходе. Кроме того, у нас есть такой параметр, как шрифт. То есть, если нам надо посмотреть, что из шрифтов сейчас используется, то мы можем глянуть и посмотреть, что из шрифтов подключено. Дело в том, что у меня сейчас стоит свеженький Photoshop, еще никаких шрифтов в библиотеке я не добавлял. Вот, соответственно, он мне будет ругаться на то, что моего шрифта нет. Но, тем не менее, я даже знаю, какой из них. То есть это будет BMS. В частности, можно посмотреть, что здесь находится, да, HTML Sin. И, в общем, выделить по слоям все интересующие нас шрифты. То есть будь то обычный калибри, либо какой-то нужный нам. Соответственно, мы его находим и определяем. Окей. Кроме того, все это, опять же, задано в виде шрифтов в колонке слоев. Здесь мы можем тоже посмотреть, как это все реализовано. То есть выбрать нужный шрифт. И он опять же будет у нас подсвечиваться. Чем полезна вообще вот эта вот колонка для навигации по слоям?
потому что мы можем выделить каждую из частей дельной, да, то есть посмотреть, что является лого, что является навигацией. И получается, когда мы уже будем верстать это в конечном виде, когда мы описываем его в конечном виде, то получается, что мы где-то на странице уже будем создавать nav с каким-то списком, да, с каким-то элементом. Вот, все это можно посмотреть, как оплавится. Вот, и с навигейшеном поработаем дальше. Дальше, чтобы вам было тоже как-то немного нагляднее и проще делать структуризацию, можно посмотреть, как называются слои в макете. То есть, если это будет слайдер, то, скорее всего, что-то там будет слайдиться. Соответственно, следующие слои. Выдумывать название сильно не нужно. То есть, мы применяем уже готовое решение, потому что, скорее всего, дизайнер согласовывал это с бизнес-аналитиком. И в результате все концептуальные части вынесены уже в правильное наименование. Вот, и все. То есть уже исходя из этого, структуру мы применяем на то, что есть. Так, с этим вопросом, я думаю, понятно, да? Еще раз, вот там, где у нас есть штучка, которой мы определяем цвет, который мы можем вынести в формате хэш, либо в формате RGB, да, либо HSL. Все эти форматы применяются точно так же в нашем CSS. То есть, если это формат HSL, берем вот эти три параметра. Если это RGB, то, соответственно, эти три параметра в виде хэш цвета. Просто копируем эту строку. То есть, пипетка позволяет нам брать, определять нужный нам цвет. Кроме того, на самом лейауте мы можем посмотреть необходимые нам opacity. Вот, выделяя элемент с помощью Move Tool, он сразу подсвечивается у нас в нашем layout колонке. Здесь мы можем посмотреть opacity, который в нем есть. То есть, если вы видите, что элемент имеет прозрачность, вот точно такую же прозрачность, соответственно, надо будет задавать верстки. Это касается background color. Вот, соответственно, мы понимаем, да, что будем использовать RGB с параметром 0.7. Окей. С этим, я думаю, тоже разобрались. Опять же, здесь нету достаточно четкого распределения в грид-системе по элементам. То есть сам элемент, скорее всего, вам придется определять с помощью отступов или линейки. То есть имеется в виду, на какие колонки оно разбито, какое расстояние между собой они имеют. В случае с этими колонками здесь, в принципе, тоже все понятно. Скорее всего, наши размеры будут вроде 300 пикселей и иметь под собой. Да. Что касается изначального размера, да, само изображение имеет размер в ширину 1600 пикселей. То есть мы понимаем, что 1600 может быть ограничено, а может быть и не ограничено. Это будет наш размер экрана. Сам размер контента определен двумя внутренними гридами. Соответственно, эти гриды имеют под собой размер в 1200 пикселей. И вот смотрите, когда вы будете создавать страницу, то есть мы не будем ограничивать бади в размере, да, то есть наш бади может тянуться вообще на любую ширину. То есть ширина может быть задана любой. То есть если у нас определена по умолчанию 1600, то не факт, что в браузере она будет такой же. Да? То есть если у вас разрешение экрана 1600, то да. Если больше, то, соответственно, мы просто вот эти вот части, выступающие за края, будем вытягивать. Они будут занимать всю возможную ширину. А вот внутри, уже внутри, имея конкретное представление о том, что будет находиться в блоке, в раппер, вот это мы уже и будем использовать. То есть, да, здесь немного изображения выходит за границы, но как разумные люди мы понимаем, что
На самом деле, то есть наш раппер будет ограничен 1200 пикселями. Изображение может растягиваться на всю ширину экрана. Здесь ничего особого нет. Смотрите внимательно. Изображение в этой колонке может выходить. Изображение и колонки внутри нашего размера должны быть ограничены 1200 пикселями. То есть, соответственно, если мы делим на 4 колонки, то они имеют под собой ширину 300 пикселей. Соответственно, вот эти изображения мы можем тоже померить и сделать под них, задать под них определенную ширину. Кроме того, мы можем это все вынести на отдельный слой, либо убрать и посмотреть, что он из себя представляет. Сергей? Да. Значит, в чате народ спрашивает по поводу верстки в домашнем здании. Будет она фиксированная, будет она резиновая? То есть известно ли тебе что-нибудь по этому? Да, верстка будет фиксирована, и мало того, она только под десктоп и только определенных размеров. То есть конкретно будет размер определенный в SD. Окей. Кстати, я нашел шнурок, так что отлично. Можешь шарить через свой экран. Или можешь переключиться на меня. Да, давай тогда забирай презентера и продолжай. Окей. Спасибо. Так, окей. Хотелось бы узнать, все-таки уточнить еще раз. Выходи из чатика, а то у тебя сообщение выплывает поверх. Сорян, сорян. Да, в чатике буду отвечать я. Так, меня слышно, да? Окей. В общем, на что следует обратить внимание конкретно здесь? Если присмотреться, если внутренний ваш перфекционист не дремлет, то вы заметите, что сеточка стоит неправильно. То есть край вот этого круга вылезает за сетку. Как правило, это нормальное явление, потому что дизайнер на таких вещах не заморачивается. То есть для него вот эта вот разметка, вот эта вот линейка, это просто нечто вспомогательное. И, как правило, вы будете находить ну, подобные косяки. Значит, Mac сетку надо раздвинуть так, чтобы все элементы вашей страницы в нее влезали, чтобы все элементы в нее помещались. Более того, есть такая штука, как пейзинги, да? И идеально сохранить еще 10 пикселей, 10, 15, 20 по бокам, потому что при масштабировании, если у пользователя действительно маленький экран, либо он откроет ваше приложение, ваш интернет на мобильном устройстве, то у него контент будет в упор к краям экрана, что делает его совершенно нечитаемым. Это плохо, поэтому не забываем, сохраняем по бокам по 10 пикселей. Собственно, какую взять ширину для верстки, можно вот по этим крайним линейкам. То есть в нашем случае это 1000-1212. Ну, как я и говорил раньше, дизайнер может ошибаться, и это бывает часто. 1200 будет нормально, да, то есть 1200 это стандарт. 1212 это уже, ну, так себе дизайнер, урежем ему зарплату. Окей. Что еще? Можно обратить внимание, что у нас на сайте есть множество иконок, типа Home, About, Work и так далее. А можно сделать их отдельными иконками, потому что все-таки у нас HTTP2, все дела. Или можно нарезать как спрайт, то есть создать единый документ, единую картинку в PNG, куда мы просто раскидаем вот эти иконки. И уже за счет background position мы будем сдвигать иконку туда, куда необходимо. То есть можно создать какой-нибудь документ, пускай это будет вот такой. Так, значит, чтобы быстро... можно обратить внимание, что данная картинка является векторной, да, то есть в углу нарисован квадрат. Можно нажать B, то есть Brush, и растрировать это изображение. Ну, а уже растрированное изображение можно закинуть к нам на страницу. Вот оно, собственно. Окей, это у нас дом, это у нас иконка дома. Это иконка уже About. То же самое. Растрируем, копируем, вставляем сюда. Идеально, это когда они у вас не в упор иконки, а между иконками есть какой-то зазор.
его лучше сохранять 10, 20, 30 пикселей. То есть если вы сделаете зазоры в 50 пикселей, да, и у вас там размер картинки увеличится там, на 50 килобайт, ну, никто не будет под этого заморачиваться. Зачем делать эти паддинги, зачем делать эти зазоры? Дело в том, что на при масштабировании страницы, либо на ретина-дисплеях, если они у вас в упор, то есть вообще нет там ни одного пикселя, и вы надеетесь, что все будет хорошо, нет, не будет, обязательно вылезет какой-нибудь косяк. То есть это нормальное явление, это уже проверено, то есть, ну, не тратьте на это время. Окей. Можно ли данные иконки в SVG оставить кодом HTML? Да, можно. И SVG, на самом деле, это очень круто, потому что это позволяет нам забыть совершенно про Retina дисплей, да, потому что уже плотность пикселей, сколько там, уже 500, да, PPI, 400 это уже нормально, 500 я вроде видел. То есть если делаем SVG, приходится сохранять их несколько под разные PPI. Сохраняя в SVG, все будет отлично. То есть мы забываем про масштабирование и так далее. Плюс SVG все-таки это достаточно мощный инструмент, и можно на лету прямо менять направление, допустим, кривых, менять их цвет, там, менять еще что-то. То есть SVG сам по себе это очень крутой инструмент. И если ваши иконки в дальнейшем будут анимироваться, причем достаточно сложная анимация, то да, SVG это очень круто. Окей. Что еще важно? Очень полезный тулза, это когда вы зажимаете Ctrl и кликаете на какой-либо элемент. То есть, допустим, вот написано Delta Gravity, мы нажимаем через Ctrl, и он находит нам слой. На самом деле это очень круто, потому что это экономит вам массу времени. Что еще? Ctrl-R – это у нас рулетка, то есть размеры. Ну, вроде мелочи, а очень приятно. И еще я хочу показать следующее. У нас внутри настроек в преференции можно поставить размер для шрифта, размер для всего остального. Вот, значит, Units and Rules. По дефолту, если вы ставите Photoshop, тут будет написано Rules. Я не помню, что будет написано. Вот Types будет написано гарантированно, PT, то есть поинты. И у вас Shift будет не в пикселях, а в поинтах, что бесполезно более чем полностью. Поэтому, выделяя текст, я хочу видеть количество текста в пикселях, 37. И все будет крайне удобно, крайне круто. Без этих поинтов, без перевода одного в другое. Что еще? Да, собственно, был вопрос про текст, как, собственно, какой шрифт. То есть вот текст мы выделяем, и нам сразу выводят название шрифта. Не уверен, что конкретно этот шрифт бесплатный, потому что я его вижу впервые. Но опять же, зайдя на Google Fonts, можно найти сотни, тысячи просто похожих шрифтов, и если вы подберете что-то очень-очень похожее, то, ну, никто против не будет. Любой из этих шрифтов можно взять бесплатно и использовать на своем сайте. Окей. Bebas Free. Спасибо тебе, добрый человек. Вот, подсказали Bebas Free, собственно, его можно использовать. Окей. Что еще? Что еще полезного вам рассказать? Я думаю, можно пробежаться, в принципе, кратко по самому макету, рассказать, как он будет делаться, как он будет верстаться. Я думаю, это будет полезно. Правда, на словах, без написания кода, не получится у вас это делать в офисе, да? Но хоть какая-то мотивация будет делать домашку. Окей. Значит, вот это у нас будет лого. Собственно, видно, что у нас дизайнер разбил логотип на несколько разных элементов. То есть сам заяц отдельно, глаз отдельно, улыбка отдельно. Хотя мне нравится больше вот такой заяц. Окей, значит, собственно, находим его, основу зайца, находим этот глаз. Через Ctrl-E мы объединяем слои. Все, теперь это одно единое целое. Собственно, теперь уже его можно сохранить как отдельную картинку. Вот он заяц, он готов к импорту на нашу страницу.
сохранять элементы лучше всего под веб. То есть можно, Photoshop позволяет просто сохранять картинки, можно сохранить их под веб. То есть Save As, здесь, так, стоп, Save for Web, вот она, Save for Web. Уши обрезал, да, наверное, уши я обрезал. Есть такое. Слушай, Серега, какие глазастые студенты, ну ничего. Действительно, лучше я ему отрезал. Окей. А теперь сохранить под веб. То есть либо здесь, Save for Web, либо Ctrl-Alt-Shift-S. Все, он, заметьте, он сразу обрезает по размеру. То есть если вы скопировали саму картинку здесь, заметьте, я не выделял вот так вот. Да? То есть я не подбирал для нее размер. Я просто выделил этот слой, нажал Ctrl-A, то есть выделить все, Ctrl-C, копировать все. Потом Ctrl-N, это у нас новый документ, новый слой. И уже документ собрался под размер зайца. Это очень круто, потому что не надо угадывать с размерами, не надо их высчитывать. Все, дальше Ctrl-Alt-Shift-S и сохраняем под веб. То есть либо, либо JPG, либо BMP, либо PNG, то есть что ближе к сердцу. Ну и все, и сейф. Окей, это, собственно, одна картинка. Для немощного ноута, чтобы более-менее нормально работал. Слушай, ну, я бы поставил CS5, потому что начиная с CS5 уже можно, ну, делать что-то действительно полезное. У меня стоит CS6, хотя уже есть CC и так далее, и так далее. Вот, но, не знаю, у меня самого ноут не особо мощный, поэтому, ну, CS6, да, пишется, не знаю. Ставишь и все, можно уже записать. Так. Никогда не делаем текст картинкой. То есть, если у вас есть маниакальное желание взять этот текст, превратить в растровое изображение и сохранить как растровое изображение, сразу будет уже идея дебильная. Так делать не надо. Все-таки мы говорим 2017, и, ну, давайте текст делать текстом. Опять же, здесь шрифт Bebas, здесь шрифт Bebas, то есть, ну, он бесплатный, можно его использовать. Не надо текст растрировать никогда. Спам может быть H1, да, может. Окей. Собственно, сет иконок. Вот это меню можно сделать через OL, можно сделать через UL, да, олдскульный. Можно сделать набором div и так далее. Но у нас есть все-таки тег nav из HTML5, который мы можем использовать. Внутри nav, кстати, не обязательно делать lead. То есть можно сделать nav, и у него дочерними элементами будут уже прямиком ссылки. И у ссылки делать background, собственно, наш image, и делать текст. Можно флексбоксом их оформить как-то. То есть, ну, все up to you. Как сделаете, так сделайте. Вот. Не надо стремиться делать это все на самых последних крутых технологиях, типа грида, потому что достаточно, чтобы вы это просто понимали, как оно работает. Не выпендривайтесь, давайте так. Что еще очень важно? Очень важно, что это кнопки. Очень важно, что это интерактивные элементы. И согласно хорошему UX, пользователь... Да, флексы нельзя здесь, но я имею в виду вообще в перспективе, да, то есть флексы можно использовать на других ресурсах. Назовем. С чего я начал? Я начал с кнопок. Кнопки – это интерактивные элементы, согласно хорошему UX, они должны быть действительно интерактивными. То есть пользователь сюда подводит мышкой, да, и что-то должно происходить, что-то должно меняться, потому что иногда кнопки не столь очевидны, иногда это просто иконки, да, или просто какая-то область, которая будет являться ссылкой, и не каждый поймет, что это действительно кликабельный элемент, на который можно кликнуть, что-то произойдет. Поэтому все интерактивные элементы берем за основу, берем за правило все интерактивные элементы делать активными, чтобы по наведению на иконку менялся цвет или изменялась форма, чтобы он куда-то там уезжал, чтобы у него применялся rotate или какая-то 3D-анимация, что угодно. Но я хочу видеть изменения, что это действительно интерактивный элемент, и даже если вы покажете этот веб-сайт своей бабушке, что она поймет, что действительно кнопка, какое бы у нее ни было компьютерное образование. Окей, собственно, вот этот элемент, да, который я выделил, это у нас header. Если посмотреть внимательно, то хедер лимитирован как-то по ширине. Собственно, как это будет делаться? У нас есть элемент header. Внутри хедера я бы создал div,
под этот div. Назвать его, например, div wrapper или header wrapper, да, то есть на что-то типа ограничителя, что-то типа коробки. У него будет уже фиксированная ширина. Например, width 1000 пикселей, да, или в нашем случае это 1200. Max, так, стоп, width 100%, чтобы он был resizable на маленьких экранах. Max width мы ставим 1200. Я знаю, что вы сейчас в комментариях напишете, что это верстка фиксированная и не надо делать резиновый, но, ну, опять же, на перспективу. Margin 0 и авто. То есть 0 сверху снизу и авто по бокам. И все. И это, этот врапер станет у вас по центру вашего хедера. И все. Остальные элементы уже располагаем внутри этого врапера. То же самое и здесь. Здесь есть какой-то блок, большой блок, у которого бэкграунда лежит картинка. Но контент, опять же, выровнен согласно области в 1200 пикселей. То же самое. На сам блок в качестве бэкграунда накладываем картинку внутрь, во внутренний врапер. Мы уже создаем два элемента с текстом. Окей, идем дальше. Опять же, заморачиваться на каком-то определенном тексте не стоит. То есть вот здесь написано $$светомет. Отлично, здорово. Вот, собственно, вот такой текст рыбу мы и будем использовать. То есть, ну, не вбивайте никогда настоящие данные с сайта, потому что вы просто потеряете время, потому что все будет делать динамически. И, ну, не стоит на это тратить свою жизнь, назовем это так. Окей, четыре колонки, либо через флоты делаем, либо через display inline блок, то есть как нравится. Что еще? Не забываем про паддинги. Паддинги сохранять обязательно. И опять же ссылка, то есть read more написано, и, как я уже говорил, выше про интерактивные элементы, когда пользователь будет подводить сюда мышку, я хочу, чтобы текст либо менял цвет, либо увеличивался, либо... Пускай с ним что-то происходит. То есть какая будет конкретно анимация, up to you. Ну, совсем наркоманскую делать не надо, но, в общем, чтобы было красиво, чтобы ваше чувство прекрасного прям вот счастливо было. Окей. Здесь есть какой-то сепаратор, то есть какая-то линия, которая разграничивает два этих элемента. Два блока визуально. Можно сделать через border. Но если присмотреться, здесь есть маленький shadow. Вот этот shadow можно нарезать, в принципе, да, то есть можно его найти, вот он, main bg, дальше выделить какую-то область и нарезать ее как картинка. Но, блин, опять же, 2017 год, и, ну, давайте делать все по-модному. У нас есть градиент, например, да, в качестве бэкграунда мы можем поставить градиент. Отличный есть веб-ресурс, ColorZilla. То есть, если вам лень писать руками градиенты, можете зайти на ColorZilla. Здесь есть Ultimate Gradient Generator. И, собственно, выбрать то, что вам необходимо. Сделаем, я не знаю, из синего в красный. Отлично. Так, для IE мы делать не будем. И комментарии тоже можно удалить. Вот, все. Вот это готовый код, который можно уже использовать на вашем сайте. Или она уже по ширине экрана. Прошу прощения, размер конкретно про эту картинку или про то, что надо поставить? Картинка. Опять же, смотри, суть в том, что у нас рабочая область 1200 пикселей, мы это уже говорили, но есть некоторая вероятность, что среди ваших пользователей будет кто-то, кто откроет ваш веб-ресурс на телевизоре 4К, например, да? Поэтому вот эта картинка должна быть намного-намного больше, чем ваша рабочая область. То есть здесь у нас 1200 вместе с краями вот с этими. Здесь, наверное, да, 1600. То сюда картинка должна идти где-то в районе 2560 или там еще какая-то. А еще лучше, это когда на бэкэнде она будет отслеживаться, собственно, разрешение вашего экрана и подгружаться нужная картинка. Конкретно здесь, конкретно для... этой верстке вы можете взять этот апельсин вот, с этими битыми пикселями, которые мне страшно не нравятся, потому что его качество равно нулю. Или взять действительно большую картинку и запихать ее сюда. То есть не этот апельсин, а другой. Ничего не изменится. Если это был вопрос конкретно по этой картинке. Окей. Вот это замечательный пример дебильного UX, потому что, собственно, в интернетике у нас принято, что подчеркнутый текст – это ссылка. Подчеркнутый через слэши,
это, ну, подчеркнуто, ну, как, штрих пунктирная линия, да, это ссылки внутри страницы, то есть это типа анкер, то есть мы можем на нее нажать и перейти на другую область внутри этой же страницы, без перезагрузки, без смены урла. Если это не ссылка, а, ну, просто дизайнер решил подчеркнуть текст, то мы передаем дизайнеру привет и его образованию. Если это не ссылка, мы ее не подчеркиваем. А, иначе это, собственно, портит наш UX. Окей. Я понимаю, что я сейчас скажу очевидные вещи, и тем не менее. Я очень буду рад, если никто из вас не будет вырезать круглые картинки с оранжевым бордером. То есть я бы все-таки хотел видеть квадратные картинки, да, которые вы скруглите через бордер радиус. То есть это очевидная вещь, но, ребят, каждый год одно и то же. Окей, что еще? Я думаю, Сергей уже рассказывал, потому что я выпал на минут 10-15, не знаю. Один большой, да, дизайнер один большой привет, согласен, плюс один. Есть несколько разных единиц измерения, да, у нас в сети. То есть есть миллиметры, сантиметры, это двигатель. Есть у нас пиксели, поинты, есть у нас RM, EM и так далее. Я предпочитаю использовать REM, единицы измерения, которая выставляется относительно HTML. Но по дефолту у нас в HTML стоит 16 пикселей, и поэтому REM надо постоянно конвертировать. То есть 1 REM будет равен 16, 2 REM будет равен 32, что не совсем удобно. Поэтому вот такой лайфхак. Для HTML я бы вам рекомендовал поставить font size 10 пикселей. То есть 1 REM будет эквивалентен 10 пикселям, что очень удобно. То есть вот этот шрифт у вас уже будет не 22 пикселя, а 2.2 REM. Что круто. И если придет заказчик и скажет, ребят, вы знаете, мы решили увеличить наш сайт, собственно, на 2 пикселя, наш font size, потому что пользователи жалуются на то, что никто ничего не может прочитать. В одном месте вы поменяете единицы font size вместе, то есть не 10 поставите, а, допустим, 12, да? И все, и весь ваш сайт увеличит свой font size. Не надо ходить по страницам, чтобы искать. Окей. Что еще? Собственно, здесь у нас 4 колонки, 4-колоночный текст, здесь 3-колоночный текст. Кстати, можете попробовать, не знаю, насколько хорошая идея, но можете попробовать сделать единый многоколоночный текст. То есть как в газете, когда текст, когда предложение не заканчивается, переносится на новую, ну, на новую колонку. Но это так, творческое задание, то есть если будет время, можете позаниматься. Если нет, то ну, делайте как старые добрые через флоты, например. Да, и не забываем чистить флоты, то есть если у вас где-то был флот, потом ставим clear, либо both, либо конкретный флот, ну, потому что это распространенная проблема. И вылетает весь абзац. Я несколько не то имел в виду. Я имел в виду, что вот здесь заканчивается предложение, да? Вернее, предложение будет продолжаться, то есть комода, консерат, и следующее слово будет переноситься во вторую колонку. То есть как в газете, да? Предложение не обрывается здесь, а переносится в следующую колонку. Да, ну, ребят, это просто вертка. То есть, ну, экономьте свое время. Не надо делать то, что от вас не просят. В качестве тренировки, да, окей, это круто, но, блин, время есть время, оно лимитировано. То есть не зажигайте его просто так. Мне кажется, эти шрифты разные. Это калибри. Это Set Marie. Так, калибри, Set Marie. Что у нас еще есть? У нас есть еще Begas. Итого у нас на сайте 3 разных шрифта с разным начертанием. То есть я еще не делюсь, если есть болты. Еще наклоны есть. Красота. В общем, дизайнер конкретно этой страницы большой молодец. Дело в том, что если вы не разрабатываете сайт для демонстрации шрифтов, то двух вам будет более чем достаточно, да, потому что у каждого из них есть еще, собственно, начертание. Есть bold, semi-bold, black, thin, light и так далее. Подгружая два шрифта полностью со всеми, ну, со всеми начертаниями, в смысле полужирный, там, супержирный, там, black и так далее, да, плюс наклонный, не наклонный и так далее. Только шрифты могут выходить там на 1,5 мегабайта. И подключать еще третий, четвертый. Ну, зачем? Игра не стоит свеч. Можно эти 4 колонки через таблицу сделать? Технически можно.
Но все-таки там, блин, ребят, опять же, 2017, да, 2К17. Давайте не будем делать через таблицу нашего сайта. Давайте использовать таблицу конкретно для табличных данных. То есть у вас на сайте, например, будет какая-то еда, там, да, которая содержит там 300, там, не знаю, миллиграмм углеродов, что там еще? Я не знаю, жиров, трансжиров, да? И вы все это будете выводить в таблицу. Да, тогда таблица. Но не здесь. Окей. Какая-то формочка есть. Форма, кнопка submit. Кнопка submit мне не нравится. Она плохая, она ужасная. Но речь не об этом. Опять же, все элементы мы должны сделать интерактивными. То есть у нас есть какой-то name, есть email и message. Name – это лейбл. У лейбла, у тега лейбл, у него есть for, такой атрибут. То есть он завязывается на ID конкретного поля. Значит, ID вот этого поля мы сделаем, например, ID name, да? И, значит, внутри этого лейбла будет for и name. Это делается для того, чтобы по клику на name у нас курсор прыгал сразу сюда или выводить какие-то данные. Опять же, все должно быть интерактивным, поэтому, когда мы сюда ставим фокус, было бы, ну, это не обязательно, опять же, но это было бы очень круто, если бы я поставил сюда фокус, я бы начал что-то писать, да, и само поле, вот этот вот, сам input, вот этот бордер внутри него стал, допустим, тоже оранжевым, или еще что-то. То есть пользователь должен видеть, где и что происходит. Опять же, представьте себе, что у человека достаточно слабое зрение, и он формы внутри вашего сайта проходит через таб. То есть нажимает таб, что-то куда-то перепрыгивает. Обычно человек заметит, что, блин, что-то происходит, что-то там подсветилось. У человека со слабым зрением он не заметит. Поэтому было бы круто все-таки делать интерактив. В смысле, не просто обесцветить вот этот бордер, а сделать его именно оранжевым, то есть яркий и для контраста. Тогда можно говорить про какой-то UI. Я периодически наблюдаю вопросы, на некоторые будут отвечать я, которые замечаю, некоторые Сергей, так что не обижайтесь, если я что-то проигнорировал. Какая поддержка браузеров? Супер! За вопрос налейте этому господину чая. Значит, конкретно сейчас на своем личном проекте я, ну, как личном, да, на котором я работаю, поддерживаем две последние версии. То есть Chrome 61, да, это вот текущий. Поддерживаем Chrome 60 и 59. Все, все остальное в топку. То есть если пользователь не обновляет свой браузер, ну, собственно, это не ваш клиент. До свидания. То есть мы не тормозим развитие интернета. То же самое с iOS. Вышел iOS 11, значит, мы поддерживаем 10 и 9. У вас 8 iOS, ну что ж, пока-пока. Internet Explorer. Честно говоря, очень хочется поддерживать E11 и Edge. Может быть, вас попросят 10-ку. Но конкретно здесь... Сергей, слушай, я думаю, 11 и Edge будет достаточно. Не надо заморачиваться под старый браузер, правильно? На самом деле заморачиваться вообще не стоит, то есть прежде всего надо сделать под Chrome, потому что мы как бы с вами разговаривали, что на первом занятии, что у Chrome сейчас больше 50% поддержки, да? И как правило, то есть все компании ориентируются на этот браузер. Если вы сделаете поддержку для Firefox E и Edge, это хорошо, ну то есть это правильно, и в будущем кросс-браузерность будет важным аспектом. То есть на момент получения задания по responsive, да, там уже надо будет это делать. Можете попробовать. Но баллов не будет, да. Сейчас 11. Ну да, получается, сейчас 11 не обязательно. То есть, ну, если вы видите конкретную разницу между Internet Explorer и Edge по каким-то property, окей, делайте для Edge. Но я какой-то разницы четко не заметил между Edge и 11. Так, мы несколько отвлеклись. Окей, значит, у нас есть какая-то кнопка еще, Submit, которая, ну, сабмитит все наши филды и отправляет. Кстати. Вот это поле имеет тип name, да? Вот это поле должно иметь тип email, потому что у нас HTML5, мы модные пацаны, и у нас есть type под названием email, поэтому именно его мы и будем здесь использовать.
Ну и текстаря. Тут все просто. Submit button. Submit button тоже делаем интерактивным. Что круто здесь, тут уже есть какой-то бордер снизу, поэтому на наведение мы можем просто бордер с какой-то анимацией убрать, да, сжать его в ноль. Получится, что вы действительно физически нажали кнопку, то есть она как бы опустилась. Ну и последний элемент – footer. И я думаю, здесь все просто. Мы просто делаем элемент footer, да, заливаем его каким-то цветом, делаем у него border bottom, да, добавляем туда какой-то белый цвет. Внутри, я думаю, через псевдоэлемент можно сделать вот этот бордер еще один, который чуть-чуть темнее, чем основной горчичный. Да. Опять же, div с классом wrapper, как я описывал выше, чтобы центрировать наш контент, и просто текст в качестве контента. Что еще? Ребят, может быть, у кого-то какие-то вопросы есть еще? Именно по тому, как мы псевдо сверстали это чудо. CSS переменные. Слушай, ну это то же самое, что гриды. Это круто, модно, молодежно, но, честно говоря, я бы пока не использовал. Я пока дорожу своим временем, я не хочу потом все переделать, я бы пока не использовал. Если хочется переменной, но все-таки у нас есть препроцессоры, да, то есть можем колбасить. Можно использовать пост CSS, где тоже у нас есть перемены и так далее. Но... Серега, что думаешь ты? CSS переменной стоит, нет? Ну, именно на продакшн использовать. Я скажу так, что не стоит, потому что, ну, во-первых, эта фишка сейчас еще не везде подключена на 100%. Вот. Во-вторых, CSS переменные вызывают вопросы с использованием с точки зрения того, что если у вас несколько файлов и, например, могут быть перебиты в одном файле в другом название по переменам. Вот, то есть тут тоже надо быть аккуратнее. И плюс ко всему, то есть, скорее всего, на реальном проекте вы будете использовать препроцессоры, и там эта фишка будет уже использована в нормальном виде. А сейчас мы делаем задание только в, скажем, в чистом CSS, без всяких дополнительных CSS-переменных и так далее. Слушай, люди задают вопросы быстрее, чем я успеваю их обработать, и я успеваю забыть предыдущий, прежде чем читаю следующий. Так, давайте про CSS variables. Был совет открыть can I use, собственно, can I use, и видно, что Edge так себе дружит, а 11 не дружит вообще. То есть, если у вас есть маниакальное желание через месяц столкнуться с проблемой поддержки, прибежит ваш блог и скажет, ребята, что вы натворили, давайте переделывать, и потратить какое-то время снова, на то, чтобы это переделать, ради бога. Но я бы время экономил и делал все-таки, ну, либо через препроцессоры, либо не использовал это. Что еще? Был еще вопрос про сохранение... Это иконка и текст или просто иконка? Ребят, мы договорились. Текст – это текст. Картинка – это картинка. То есть текст мы не растрируем. Если вопрос про область, которая будет являться ссылкой, ссылкой должно быть все. И иконка, и текст. Потому что если сайт будет открыт на мобильном устройстве, да, пускай это будет, не знаю, планш, да, это будет у нас iPad Pro, и откроет фрезеровщик Петровичу, у которого пальцы толщиной с сосиски, он не попадет просто по кнопке Home. Ему надо нажимать на иконку, ему так проще. То есть думайте за пользователя. Что еще? Еще был вопрос про сохранение в SVG. Слушайте, честно говоря, я на него не отвечу сейчас. Можно, у нас есть какие-то, да, иконки, которые сделаны как вектор? Где она? Вот она сохранена как вектор. Слушай, я не знаю, можно ли ее прямо отсюда перегнать по себе. Не знаю, честно, не скажу. Но, как правило, у вас на ресурсе рядом с вами сидит дизайнер. Вы его подзываете. Макс, подойди сюда. Вот это я хочу видеть у СВГшка. И все, дальше эта работа уже будет дизайнер. Смотрите, в СВГ делать можно, но сейчас не нужно. То есть, так как мы сейчас будем использовать именно спрайты,
И нам нужно разобраться с тем, что это такое. То есть в SVG переводить смысла вообще никакого нет. В SVG имеет смысл, например, переводить какие-то интерактивные элементы, которые могут меняться. Там какие-то контролы, например, в прогрузке видео, или еще какие-либо элементы, которые имеют под собой действительно основание быть видимыми на различных устройствах и так далее. То есть, но в данном случае SVG не нужно. То есть делаем через спрайт. Тебе написали про SVG спрайты, так что туше. Окей, Еще... но Да, кстати, на перспективу еще возможен такой вариант. Иногда на... Короче, иногда люди упарываются в краевину, делают свой собственный фонд, и вот эти вот иконки, типа Home About Work, они создают как элемент, как символ какого-то конкретного шрифта. Это вообще в перспективе такое возможно, но это сделать не надо. Просто для общего развития. Минутка бесполезной информации, скажем так. Да, если шрифт не подгрузился, будет беда. Font Awesome. Да, Font Awesome именно так работает. Помимо Font Awesome есть еще всякие разные. Ну, фантастом, да, это, наверное, самое такое большое. Есть еще какой-то Bootstrap вроде. Конкретно этих иконок, я боюсь, фонд Awesome нету, потому что фонд Awesome называется клевые иконки, а вот это не клево, это убожество. Но пусть будет так. Сделаем вид, что этот сайт стоит $5, и вот такой нам нарисовал дизайнер. Хороший вопрос про border у input. Значит, input это элемент, да? И в CSS мы можем написать. Так, ну что такое? В CSS мы можем написать что-нибудь типа input, у него будет фокус. То есть на фокус у него будут какие-то свои собственные стили, да, и там будет border color мы сделаем, например, pink. Why not? Тоже можно. Да, посмотрите, собственно, про вот такие штуки, типа фокус, что у нас еще есть, да, у нас есть selected, есть у нас вроде blur, да, что-то еще есть. В общем, советую почитать, что-то классное. Окей, ребят, если вопросов больше нет, таких больших, да, серьезных, суперсерьезных. Серег, могу я тебя попросить взять тебе презентажку, чуть-чуть продолжить, а я пока немножко подготовлю по этому, по Зеплину. Да, окей. Ну, ты забирай этот сам, забирай share screen, да, я отвечу на вопросы. Кстати, касательно хедера, может быть, ты мне скажешь, хедер надо делать фиксированным или нет? В смысле, Нет. выстроить с контента? Нет, в этом макете хедер надо делать фиксированным, футер не надо. А Ну вот. насчет горизонтальной, а как ты себе это представляешь? Ну, то есть твой враппер должен быть расположен правильно. Футер внизу. Нет. А подожди. Прибивать В смысле, книзу если не контент? нужно. Если контента мало? Да, надо. Ну а иначе у тебя иначе будет футер просто висеть в воздухе. Ну, это вообще не секси ни разу. Окей, хорошо. Так, значит, сейчас я переведу все на свой экран. Вот. И немножко покажу, расскажу про некоторые онлайн-сервисы. Так, мой экран видно? Видно. Отлично. Значит, давайте познакомимся с некоторыми полезными тулзами, которые могут помочь UX-разработчику.
И прежде всего это действительно CanIuse. С помощью CanIuse мы можем смотреть поддержку любых CSS, HTML5 и так далее вещей. То есть, например, если мы знаем, что в новом HTML5.2 выйдет какой-то tag picture, я хочу знать его поддержку, то, соответственно, я могу посмотреть, где он будет поддерживаться, да, и увижу, что во всех браузерах, кроме E11. То есть здесь все ок, все понятно. Окей. CanIuse, вот он позволяет посмотреть именно браузерную поддержку. И если у вас возникнет вопрос с тем, что где-то в другом браузере какая-то из фич сломалась, обязательно посмотрите. И, возможно, ваш ответ заказчику будет именно такой, что извините, эта фича не поддерживается. Окей. Дальше поговорим немного про шрифты. Шрифты вообще можно найти на FontSquirrel. Ну, в общем, есть достаточно большое количество различных фонтов, в том числе и Google Fonts. Вот. Но помимо всего, FontSquirrel позволяет использовать такую вещь, как фонт-генератор. То есть, если какой-то шрифт не добавлен в библиотеку, и он у вас есть, например, в формате OTF или TTF или какой-либо еще, и вам нужно преобразовать его в форматы WoW и в другие, то мы его запускаем в Upload Fonts, выбираем и пускаем. Соответственно, он мне сейчас покажет ошибку, потому что Mermaid Pro Regular вообще находится в блоклисте. Ну, то есть на самом деле он уже существует, его можно просто использовать. Либо за денежку где-то скачивать, либо использовать. Вот, тем не менее, он распознал, что такой шрифт существует, вот, и сказал, что его преобразовать нельзя. То есть, если у вас есть какой-то шрифт, сделанный вашим дизайнером или где-то купленный, и вам нужно его преобразовать в другие форматы, вот, можно пользоваться веб-фонт-генератором. И то же самое мы можем поискать шрифты, которые нам нужны. Вот тот же Bebas. Я делаю поиск. Вот, и вижу, что он мне показывает какие-то уже предустановленные. То есть загружаем download TTF. Вот, и в результате получаем шрифт Bebas. Вот, в формате TTF. Этот же TTF можно преобразовать через веб-фонт-генератор в другие форматы. Вообще, WoW. Ну, WoW хороший шрифт. WoW 2 еще лучше. Вот, TTF, OTF для IE и различные другие. То есть, ну, все зависит от конкретной имплементации, но, как правило, то есть сейчас все браузеры поддерживают формат WoW. Вот. Да. Сергей, ты бы сразу уточнил, извини, что перебиваю, ты бы сразу уточнил, что, особенно если вы используете генератор, то генератор, как правило, вам выдаст несколько форматов сразу. Там будет EOTM для Internet Explorer, TTF, SVG, WoW 2, скорее всего, будет. То есть, собственно, преимущество генератора. Вам не надо париться по транспайлингу одного шрифта в другой. Окей. Это что касается шрифтов. Дальше. Сергей показывал, как делать спрайты своими руками, но есть некоторые онлайн-сервисы для создания спрайтов. Спрайт.ком я не пользовался, но есть такой спрайт-ген, который позволяет вам закидывать иконки, преобразовывать их в единый вид и получается, вы скачиваете просто уже готовой картинкой. Как это работает? Примерно так, что вы закидываете изображение, то есть загружаете какие-то еще нужные вам картинки. Они преобразуются в какой-то формат, более-менее скомпилированный, то есть располагаются с какими-либо отступами. Вот, то есть делаем отступ между картинками, располагаем спрайт в каком-то компактном виде, вертикальном, горизонтальном. И в результате все это будет экспортировано в одно единственное изображение. Это достаточно удобно, если у вас есть набор иконок и в виде каких-то
маленьких нарезанных изображений, и вам нужно их объединить. То есть это помогает ускорить этот Ты процесс. знаешь, ты специально сюда добавил свою фотографию? Ну, конечно, чтобы показать ее вертикально и горизонтально. В таком видео вы уже будете подключать изображение к себе в background image и уже background position делать иконки именно. Делать разные изображения на иконках. Почему это хорошо? Потому что, во-первых, экономится, конечно же, память, то есть экономится время отсылки принятия запроса, то есть мы делаем всего один запрос на картинку, и в результате парсим ее просто на каждый из элементов. И вот такая оптимизация, это прям очень весомо. Именно в случае, когда частые запросы идут на сервер. Окей, то есть оптимизатор и создатель спрайтов. Окей, дальше. Сергей уже показывал, что такое CSS градиент генератор. Действительно, если вам... Во-первых, у нас есть возможность поставить расширение ColorZilla на Chrome и Firefox. В общем, само расширение делает то, что мы можем с помощью пипетки смотреть сразу цвета, которые находятся на сайте. Но так как мы будем делать layout из Photoshop, да, то там пипетка будет своя встроена. Нас интересует градиент-генератор. И действительно, то есть мы можем с помощью, выбирая какие-то пресеты уже созданные в стиле градиента, импортировать, менять их как цвета, так и различные эффекты перетекания фона. Все это преобразуется в виде CSS текста, который мы можем просто скопировать. Причем тут есть даже поддержка Internet Explorer 6.9, и все это будет работать просто копипейстом. Причем, да, форматы здесь можно выбирать как RGB, так и HEX или HSL, это не важно. Все это просто копируется, ну, желательно с убранными комментариями. Очень удобная туза для градиентов, практически незаменима. Окей. Да, все ссылки я дам в конце лекции, так что не переживайте. Следующая фишка – это CSS Triangle Generator. То есть на сайтах, где вы видели менюшки, например, где выделяется элемент, а под ним маленький треугольничек, либо тултипы в виде квадратика с треугольничком снизу, сверху, слева, справа. Все это можно сделать сразу с помощью CSS Triangle Generator. Чаще всего, точнее не чаще всего, а это все делается через border. Border оформляется таким интересным способом. И с помощью псевдоэлементов before after мы можем это все навешивать. То есть выбираем расположение элемента, можем сделать ему различную ширину, то есть как уменьшать, так увеличивать. Все это интерактивно. Вот, получаем нужный элемент и уже CSS просто вставляем именно размеры к себе на страницу. То есть лучше, да, лучше всего это делать на псевдоэлементы, которые мы будем позиционировать через использование before и after. Но более удобные тулзы для создания треугольников пока тоже не видел. И тут мы подойдем к вопросу о том, как, собственно, будет выглядеть application, да. То есть, что касается этой страницы, то она будет выглядеть примерно таким образом, да, то есть после верстки. Она будет где-то позиционирована у вас посередине экрана, и это нормально. Значит, тут я вам покажу две штуки. Во-первых, это Page Ruler. Page Ruler позволяет нам в режиме реального времени посмотреть размеры. Чик, если оно включится. Ай, какой нехороший пейдж-роллер. Ладно. Когда вы будете смотреть, да, формат HTML, то здесь уже можно будет выделять ширину, высоту и так далее блоков, смотреть, насколько они соответствуют нужным параметрам. Удобная туза. Получается,
Выделяем размеры, смотрим. Очень хорошо. Кроме того, проверка будет проводиться с помощью такого экстеншена, как Perfect Pixel. И, в общем, такой подход, как Pixel Perfect, очень хорошо описывается с помощью этого экстеншена. Значит, мы его устанавливаем и ставим галочку «Отобразить на локальной странице», то есть на локальных ресурсах. И все. То есть после этого мы можем сделать... После этого мы уже можем применить изображение, которое нам нужно. То есть пока еще ничего нету, я открываю, добавить ваш первый слой, выбираем формат, уже преобразованный в PNG или в JPG. Вот, открываем и видим, что у нас появилось изображение поверх нашей HTML-страницы. И уже тут мы можем настраивать, смотреть, как оно накладывается одно на другое. То есть, что значит сделать Pixel Perfect? Это значит, что я беру свое изображение исходное и делаю следующее. То есть, я накладываю размеры, то есть, подгоняю ровно под размер экрана. Наложил, посмотрел, насколько совпадают мои колонки, насколько совпадают мои иконки, насколько совпадают шрифты, картинки и так далее. То есть делаю наложение. И если все окей, то это можно уже пускать в продакшн. Окей. Допуск по пикселям здесь может быть какой? Ну, на самом деле, допуск по пикселям – это не совсем верное определение. То есть, как правило, он должен быть максимально минимальный. Потому что, как правило, дизайнер уже все это подгоняет еще на этапе производства формата PSD. Когда у вас, если вы начинаете верстать и понимаете, что какие-то элементы будут выходить за пределы, например, те же картинки чисто логически должны помещаться в раппер, но они выходят за границу, либо какие-то шрифты шире, либо уже, чем показано на картинке, это все допустимо. То есть шрифты действительно могут отличаться от распаршенных через Photoshop. Это обусловлено тем, как браузер понимает их. То есть подключенный формат ETF в Photoshop может иметь немного отличные очертания в формате WoW или OTF. И здесь нет ничего страшного. То есть если шрифт сам по себе отличается, это не ошибка. Главное, чтобы он по названию, ну, то есть по форме, был такой же. Что касается футера, был хороший вопрос, что он сцентрирован неправильно. На самом деле мы, как разработчики, понимаем, что он должен находиться посередине. То есть отличие в этом случае допустимо, потому что, скорее всего, то есть это, опять же, ошибка дизайнера с тем, что он неправильно его центрировал. Во всем остальном, то есть именно что касается колонок, касается размеров как вертикальных, так и горизонтальных отступов и так далее, все должно соблюдаться. Это достаточно важный параметр, потому что сама блочная верстка – это то, что не имеет каких-то отличий от браузера к браузеру. То есть тут уже кросс-браузерность поддерживается полностью. И отступы как сверху, так и слева-справа всегда должны быть учтены. Окей. Хорошо. Значит, дальше я вам пошарю ссылки на все эти ресурсы. Добавьте их все в закладки. И на экстеншены, рулеры и Perfect Pixel. Окей, Сергей, продолжишь? Да. Так, классический вопрос. Видно, слышно? Шикарно. Окей, сейчас я вам покажу такой тулзор, который называется как Zeppelin. Значит, Zeppelin — это онлайн-ресурс,
у которого есть, наверное, свои аппликейшены, да не наверное, точно есть аппликейшены, да, которые можно поставить себе на машину. Суть в том, что вы дизайн храните не где-то на своей машине, либо на машине дизайнера, а он хранится в облаке. И с ним можно уже работать прямо оттуда. То есть это облако называется Zeppelin. Основной плюс – это бесплатно. Как правило, Photoshop стоит каких-то денег, да, на месяц. Просто если у вас команда большая, и вы надо пошарить нескольким разработчикам, то если ваш босс – представитель граждан Израиля, то, скорее всего, он не будет такой дорогой тулзу для вас. Скорее всего, вы будете пользоваться Zeppelin. Поэтому он бесплатный, он крутой. А я объясню, почему. Что-то здесь креативить и создавать свое тоже можно, но, честно говоря, я не пробовал, у меня просто не было времени с этим поиграться. Вот как это работает. То есть вот есть какой-то дизайн. Можно кликать на его элементы, будут показываться размеры элементов, будут показываться размеры именно активных областей, да, типа как ссылки. Единственный минус здесь все в поинтах. Скорее всего, можно передать в пиксели, но, опять же, я ленивый, мне было не до этого. Нажимая на элемент, уже можно видеть, как этот цвет не то, это не то. Вот, font size, виден, да, виден цвет, насколько какой-то оттенок серого, да, один из 50. Здесь видно, что это будет font weight bold. Да что ж такое, вот он, font Montserrat Regular. Нет, я налгал. В общем, видно, что это bold. И где-то должно быть это написано. Да, то есть Align Center. Короче, здесь есть уже часть верстки, часть информации для верстки. Вот этот бордер, если выделить, он уже пишет, собственно, цвет, конкретно цвет этого оттенка. Ребята, шутки, шутки, шутки. Нет. Это юмор. Дальше. Здесь тоже у нас цвет указан. Указаны размеры, размеры элементов, указаны паддинги. То есть не надо с рулеткой в фотошопе лазить, да? Здесь уже все показано. 19,5 поинтов. Это, блин, я даже не знаю, сколько. Примерно 35, да, 35 пикселей, где-то так. Единственное, что он не показывает, и мне это не особо нравится, вернее, он показывает здесь line height, но не высоту шрифта. То есть line height отличается от высоты шрифта тем, что у нас есть некоторые паддинги снизу и сверху. Например, у нас есть маленькая буква P, да, у которой хвостик уходит вниз. Вот, собственно, для ее хвостика зарезервировано место. Для буквы I с точкой зарезервировано, да. Для umlaut, например, из немецкого, тоже зарезервировано это место. Поэтому сколько конкретно занимает буква, да, то есть если вы делаете pixel perfect и как-то с этим пытаетесь сверяться, ну, да, несколько неудобно. Но в целом там расхождение будет минимальное. Что еще? Да, в принципе, все понятно. То есть кликайте на элемент, и вам выдают максимум информации по поводу этого элемента. Расстояние между элементами, размер, собственно, либо самого, какие-то паддинги внутренние. То есть там все понятно, все известно, все видно. К сожалению, вот градиенты не показывает. То есть такая тулза для достаточно быстрой работы. То есть вам скинули дизайн, вы уже можете начинать вот прямо сейчас что-то делать. А потом, если что-то сложное, дизайнер может уже потом позже докинуть какие-то недостающие элементы, да, но в принципе вот с этим уже можно работать, посмотреть, уже можно сделать. И в принципе, ну, не pixel perfect идеально, да, согласно вот этим размерам, которые нам показываются, но уже где-то вот близко к оригиналу. Вот. У Photoshop, по-моему, или у Photoshop есть такая возможность, да, или блин, прямо из Photoshop, из формата PSD сюда импортить какие-то файлы и прямо с ними уже работать. У Illustrator, скорее всего, тоже, потому что я подозреваю, это вектор. Ну, мне так кажется. Вот. Господа, есть ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу Zeppelin? Может быть, кто-то не до конца понимает, что это вообще и для чего оно надо. Черт, я
я пропустил вопрос. Что было? Расскажите. Ссылки. Понятно. А, да, шанс есть. Шанс есть, но почему-то я его не нахожу. Box Shadow. А, ты смотри, действительно. Действительно, вот он Box Shadow, собственно, цвет его. То есть вот он черный показывается, Blur 15, Spread, понятно, и смещение, надо вспомнить. Слушай, действительно. Точно. Буду знать больше. Спасибо. Да. Вернее, много форматов можно залить в Zeppelin. Я подозреваю, что заливается PSD, иллюстраторовский какой-нибудь, да, из CorelDRAW можно сюда залить. Как конкретно это делается, честно говоря, не знаю. Как правило, дизайнер заморачивается по поводу того, чтобы залить сюда какое-то изображение. Но опять же, по сравнению с этим, с нашей работой фотографии, мы не заморачиваемся по поводу рисования. Мы заморачиваемся на том, чтобы из этой картинки сделать какой-то веб-ресурс. Собственно, вот наша задача основная. То есть, скорее всего, вам это предоставят, и вот уже из него вы будете делать какой-то лейаут. Тебе сюда могут скинуть PSD и дать не PSD, да, как файл, а просто ссылку на Zeppelin, и все, и давай верстай. Вот зачем это надо. Сейчас меньше, потому что я нахожусь в Берлине. Серег, я думаю, в принципе, все. Все самое основное, интересное и сочное мы рассказали, я думаю. Я думаю, да. А, господа, давайте последние, не знаю, 10 вопросов самых классных. Это не по теме, ребята. Давайте все-таки же к теме вебинара. CSS Variables. Слушай, ну если человек хочет, можно, нет? Ну, я не думаю, что это прям ошибка, но смотри, ну, на свое усмотрение, конечно. То есть здесь нет конкретного требования делать CSS variables, но при этом надо понимать, что они под собой несут. Вот, и с точки зрения семантики, именно нейминга классов, ну, это тоже будет учитываться. Да, запись вебинара будет. А из-за того, что у меня интернет обрывался, запись, наверное, будет не с моей машины, с машиной Сергея. Иначе будет не совсем полная картина. Вот. А как будет проверяться домашка, если большое количество верстки? Ребят, на самом деле, как бы задание это шаблоны, то есть у всех будет примерно одно и то же. Просто когда ты уже проверяешь, ну, 10, 20, 30 одинаковых работ, не конкретно, ну как, не построчно проверяешь, да, какие-то конкретные элементы. То есть как будут сверстаны колоночки с текстом, как будет сверстаны меню, да. То есть если у вас где-то там внутри H1 будет span, а у кого-то будет внутри H1 там E, например, да, или strong, или вообще mark, ну, есть вероятность, что это вообще замечено не будет. Ну, потому что это не принципиально. То есть... какие теги за что отвечают, да, типа там и чем отличается от EM, там B от Strong, это вы, ну, если надо будет, вы это поймете позже. А вот именно как делать скелет, как делать основу, вот что главное. Вот это надо понять. Пока ты слишком не обнадежил ребят, я хочу сказать, что все ваши домашки будут проверяться ментерами, то есть у них для проверки все те же условия. И плюс они могут делать какие-то свои дополнительные замечания, то есть... важный на их взгляд. И да, то есть конкретно на оценку будут влиять те поинты, которые указаны в ТЗ. Все остальное, то есть можно спрашивать у ментора, я думаю, они вам помогут. Ну, то есть это все индивидуально уже будет зависеть от вашего ментора.
Здесь понимаешь, что фронтенд очень тесно связан с дизайном. Ну, как бы, да. То есть, блин, не получится просто заниматься фронтендом, да, и писать кодяру круглыми сутками, потому что от проекта, блин, каждый день даже на одном проекте у вас будут уникальные задачи, которые надо как бы ну, решать, и каждый из них будет какой-то уникальный подход. Более того, дизайнер, который у вас есть в команде, может быть вообще один, а он может заболеть, у него может быть что-то случиться, и вам придется решать эти вопросы. И надо будет, допустим, ну, отвечать за какой-то UX. То есть дизайнер нарисует, но ему все равно на UX, да, то есть нормально, это ненормально. Он, ну, вот конкретный пример PSD, который мы рассматривали. То есть это нарисовал, ну, как бы профессионал, да. Но у вас тоже есть чувство прекрасного, у вас есть какое-то понимание UX, что ссылки должны там подсвечиваться и там еще что-то делать. Да, вот это нарисовал дизайнер, да, то есть текст подчеркнут. И ваша задача как классного фронтенд-девелопера подойти и сказать, слушай, ну как, ну ты не прав. Это плохо, так делать нельзя. Потому что, и рассказывайте, почему это делать нельзя. Потому что везде на остальных страницах в интернете это все-таки ссылка, что человек будет думать, что это ссылка, он будет кликать сюда, будет ждать, что произойдет, скажет, что девелоперы плохие, обманули, это должна быть ссылка. А, блин, понимаешь, как бы, ну, ресурс делает не один человек, а ресурс делает несколько человек, и истина рождается в споре. То есть вы будете каждый день коммуницировать, общаться друг с другом и находить какой-то solution. Если ты все повесишь на дизайнера, да, то есть, чувак, создай мне красоту, он сделает так, как вот подсказывает ему чувство прекрасного, не заморачиваясь по поводу того, как ты это будешь реализовывать. То есть все-таки, ну, это командная работа. И да, как фронтенд-девелоперу тебе немножко придется дизайнить. Ему, как дизайнеру, придется немножко, ну, разбираться в кодяре. Но от этого никак. Ходки на определение шрифта. Ну, смотри, то есть ты открываешь страницу, короче, ходки как понять шрифт. Ты нажимаешь Т. Т – это в смысле напечатать, написать что-нибудь, да? И если у тебя уже текст виден, то есть ты на него подводишь, заметь, курсор изменился. То есть он предлагает сюда что-то дописать. Но уже выделив какой-то текст, тебе Photoshop сверху покажет, что это фонд калибри, высота его 15 пикселей. А здесь еще вот такая чудесная кнопка, да? И он тебе подскажет, расстояние между строками, расстояние между буквами, еще какие-то расстояния, начертания, то есть все что угодно, по параграфу тебе что-нибудь расскажут. В макете слайд один. Зачем реализовывать? А зачем? Ну, как бы, это не требуется. Заметь, здесь нет кнопок, ну, никуда переключать не надо. Опять же, не надо делать то, что вас не просят, потому что на реальном проекте вот вам придет картинка, да, и как бы все. Вы реализуете слайдер, придет босс и скажет, зачем? Зачем ты потратил время на это дело, да? То есть ты можешь сделать действительно классные штуки на других страницах, ты потратил вот на эту ерунду, которую никому не надо. Вам обидно, потому что это был monkey job. Даже в случае отсутствия шрифта, он все равно покажет вам данные по шрифту. То есть у меня на машине его нету, да? Вот, собственно, вот такой вот error я получаю. Но если я нажму OK, я получу данные по нему. Myriad Pro – это то, что у меня есть, это на что Photoshop его поменял. А вот 37 – это действительно настоящий размер. Цвет настоящий, настоящий. Вот здесь вот информация по нему настоящая, да? Что у него line height немножко измененный. Нажимаем Escape, и все получается как было. Может быть, есть вопросы конкретно по этому макету снова? Типа, ребята, как скруглить бордер? Нет?
Нет, думаю, уже вопросы по макету, если будут задавать, ну, в чатике, думаю, друг другу вы будете отвечать быстрее. Так, я думаю, по фотошопу все понятно. Да, есть ли вопросы конкретно по этой теме? Если нет, то думаю, что мы скажем спасибо. Да, в принципе, мы рассмотрели все, что хотели, то есть Photoshop, Zeppelin, всякие тулзы и полезные ссылки, так что с этим, если не про, то вы немножко перезнакомы и уже можете быть полезными на проекте. Вот. Ну что ж, всем спасибо, рады были для вас это все дело рассказать. Спасибо. Пока.